Здравствуйте, Солнце, Фотограф 3, похоже на Ярославна. Стартовал участник Фотограф 2, Павлова Виктория. Результат участника под номером 3, 35-72. Результат участия под номером 6, 34-55. Направьте участие под номером 2, постоянно Ванилия. Ее результат 32-59. Направьте участие под номером 2, Карасян Ильва. Второе место – Трактор Никон, третье – Павлова Виктория, четвертое – Бахмутинская. Похоже на Ярославу. На трассе участие под номером 13 – Петрова Алексея. Результат участия под номером 9 – 40-15. Результат участия под номером 10 – 37-57. Результат участия под номером 13 – 39-74. Стартовал участник под номером 13, под номером 15, Лопатин Геннадий. Направьте участник под номером 13, 31. Результат участника под номером 15, 38-59. Результаты возрастной группы мальчики 2009-2012. Первое место номер 10 Рева Андрей, второе место номер 9 Дорошенко Илья. Результаты возрастной группы девочки 2009-2011. Первое место Постоянова Амира, второе место Страхова Николь. Третье место – Павлова Виктория. Результаты участников возрастной группы. Мужчины 1940-1944. Первое место. Номер 12 Кристалин. Второе. Номер 25 Лопатин Геннадий. Третье. Номер 13 Петрова Алексей. Результаты участников под номером 17 Христа Ольга 38-99. Она является лидером своей возрастной группы. Стартовал участник под номером 18 Петухов Виктор.
Результат участника под номером 18 чистистого Виктора 35-51. Он является лидером своей возрастной группы. На трассе участника под номером 19 чистого Елены. Ее результат 39-41. Стартовал участник под номером 21 Карачев Александр. Участница под номером 19 Сизова Елена, лидер своей взрослой группы. На трассе участник под номером 20 Бадюк Владимир. Результат участника под номером 21, 34, 25. Результат участника под номером 20, 34, 05.